Здорово, дорогие друзья. Конечно, телевизор я смотрю, но очень редко, практически не смотрю вообще. Ибо смотрю YouTube, аудиокнижки слушаю, да, там, ну или в игрушки. Есть свободное время, там, вот как сейчас сижу, да, свободное время. Но я лучше в игрушку там поиграю на компьютере, ибо мне то интереснее, нежели смотреть телевизор. Но поскольку у меня Wi-Fi плюс ТВ, я за ТВ-то плачу, ресивер этот стоит, да, уже 100 лет в обед не включался, но надо хоть прогнать, да, а то застоится, посмотреть, что там по телевизорам-то кажут, хоть для кругозора расширения включаю. Но центральные каналы я сразу отметаю, сразу попер там Discovery Channel, National Geographic, вот это вот хорошие, очень хорошие каналы, спортивных каналов штук 20, музыкальных столько же, там мультики, автомобильные, также есть клубнички 18+, но закодировано, я нажимаю, русская ночь, нажимаю, вот что такое, говорит, пакет купи, Дятел сначала, потом включай. А пакет сколько стоит? 150 рублей. О, пока не готов. Ну, когда будешь готов, заходи, ладно. Короче, листал, уже почти задремал. Они все не кончаются. Я даже не сосчитал, сколько там, штук 200, наверное, каналов, пипец. Это вот бы в советское время столько иметь. Эти интернет-магазины, короче, там... Ритузы продают, короче, там стоят две модели. Посмотрите, как на наших моделях смотрятся ритузы. Там вот такие вот две тетеньки, блин, с такими вот попочками, блин, надели ритузы и стоят. Ну, озорницы, думаю. Ну, была бы у меня такая, может, я бы свои купил бы. Тут ритузы хорошие. Сколько стоит? 1999. Да ёпта, вы что, охерели? Я в магазине распродаж куплю за такие, за 999. Мне еще скидку сделать. Ну, это понятно все это. Маркетинг, так сказать. Переключаю. Короче, сидит. Иконы у нее там все. Полумрак такой, это... Сама в черные, ногти такие здоровенные, ногти, свечи, горят свечи. Ежели у вас деньги сквозь пальцы, говорит, ежели у вас в судьбе все не так уж и хорошо, если у вас болеют близкие, если вы одиноки, если от вас ушла жена, если проблемы на работе, звоните срочно. И перечисляет там, короче, ну все бытийские, житейские проблемы, от всего, говорит, помогаю. Звонит мужик, да, вот так вот, сын у меня там, короче, что-то был нормальный мальчик, стал распиздяем. Это подселение. Думаю, ну, ядрёно, какой контент. Ставлю камеру на штатив. Звоните, говорит, звонок бесплатный. Ставлю на штатив камеру перед телевизором, беру телефон, набираю, думаю, сейчас ролик запилю. Что мне скажет, интересно. У меня как раз бурная жизнь в последнее время. Гудки идут, подходит там мужик какой-то. Здравствуйте. Как вас зовут? Алексей. И тут я на камеру-то хлоп, а камера у меня не записывает. Я нажать кнопку-то забыл, запись-то. Думаю, ну, значит, не судьба, может, ну его нахрен. Я говорю, извините, пожалуйста, ради бога, говорю, не готов я с вами разговаривать. Положил трубку, и хер бы с ними. Ладно, короче, выключил телевизор, пошел за пивом. Следующий день наступает, мне звонок. Алло, здравствуйте, Алексей. Я говорю, да, вот вы тут на прямой эфир звонили, что хотели. Я говорю, да я номером ошибся, говорю, извините, пожалуйста. Но вы понимаете, что мы за вас платим? Вы позвонили, мы платим, вы это понимаете? Я говорю, не понимаю, у вас написано звонок бесплатный, трубку положил. Опять звонит, ёптвать. Я, алло, говорю, девушка, чем обязан-то, я не пойму. Ну вы вот чего, вы конкретно, вы чего звонили нам на прямой эфир? Я говорю, да ничего, не звонил, говорю, хотел сказать, ролик снять, ёптать. Ну, угадаете вы последние мои неприятности или не угадаете? Ну, не стал я, короче, ей декларировать. Говорю, ну, извините, говорю, ошибся, бывает. Опять трубку шлёп.
Опять звонит. Ёптай, да сколько ты будешь мне звонить-то? Я говорю, ну чего? Вы понимаете, что там такой номер, на который невозможно ошибиться? Я говорю, ну как невозможно? Я говорю, в этой жизни нет ничего невозможного, девушка. Говорю, пожалуйста, не доставайте меня. У меня и так, говорю, делов много. Надо вон KFC обзоры снимать. Трубку вырубил. Опять звонит. Ёб твою. Я не беру трубку. Звонит, звонит, звонит. Сброс пошел. Ну там автоматически. Да? Проходит 10 минут, опять звонит. Я опять не беру. Проходит опять 10 минут, опять звонит, опять мне звонит. Я подхожу, я говорю, алло, ёпты, уже таким голосом. Чё трубку не берете, мне предъявляет? Я говорю, чё, говорю, ты мне предъявляешь? Говорю, чё за навязывание услуг такие? Я говорю, это чё надо, ядрёный? Ну вы звонили на прямой эфир. Я говорю, ну и хер ли звонил, ну чё надо от меня-то, ядрёный? Короче, трубку опять положил. Ладно, вроде пропало. Проходит еще один день. Звонок мне. Номер скрыт. Алло, здравствуйте, Алексей. Я говорю, здравствуйте, да. Ну, меня там какой-то вот зовут, там у нас опрос, не могли бы вы принять участие? Думаю, в сносе пятиэтажек, может, что-то такое. Вот. А у меня как раз время есть свободное. Я говорю, ну давай. Вот вы звонили нам на эфир. Я ёб твою. С вами девушка разговаривала. Я говорю, да вы меня, говорю, уже достали. Чего вам от меня надо? Чего вы мне названиваете постоянно? Я хочу оценить ее работу. Я ревизор. Ревизор, оцениваю работу вот этих вот, которые звонят, вам потом названивают. Я говорю, отвратительно работают. Говорю, грубят. Как она вам нагрубила? Я говорю, предъявляет. Чего я трубку не беру? Я говорю, ее какое дело? Беру я, не беру, хочу, не беру. Я говорю, все, вы услышали? Вы меня услышали? До свидания. Шлеп. Опять мне перезвонили через 10 минут. Вот, на телефон. Опять поднимаю. Я говорю, что надо? Чего? Я говорю, что ты хочешь от меня? Выслушайте меня, Алексей! Я говорю, ну давай, глаголь, что там? Короче, вот это вот сидит там... Ну как ее, я уж не помню. Магическая экстрасенсорная тетенька. Она говорит, потом статистику звонков, когда передача эфир заканчивается, собирает статистику звонков. За время эфира было 500 звонков ровно, ей в прямой эфир позвонило 500 человек. И она, говорит, выбрала, я говорю, ну вы понимаете, ну отвечаю, что я даже, говорю, с ней не выходил в эфир. Я просто представился, что меня зовут Алексей, хотел сказать, посмотрел, что у меня камера выключена и забил на вашу эту херню. Вы понимаете, что ей выше, там через космос пришло, говорит, то, что, говорит, у вас серьезные проблемы, говорит, уже на пороге. У вас, говорит, а теперь слушайте, дорогие друзья, внимательно. Белая полоса, которая у вас шла с начала года. У меня, ну кто знает, какая у меня белая полоса с начала года шла. Она не обрубается и наступает черная. У вас проблемы, вы в первой тройке. В первой тройке вы уже, говорит, то, что говорит, вам помощь нужна срочно, прям вот срочно. Я говорю, чувак. Она говорит, дальтонизмом у вас не страдает? Нет, ничего. Но кто не знает, да, у меня был великий скандал в СМИ с начала года. У меня угнали машину, я пережил развод, увольнение с работы, меня уволили. И это все с начала 2017 года. Это белая полоса, которая шла. То есть она сейчас обрубается, сейчас наступает черная. Короче, я говорю, товарищ, не звони мне больше. Ну, слава богу, отстал, ну все. Ну, так что, дорогие друзья, вот просто такой прикол, да, вот. Дело ваше, там, звонить, не звонить, узнавать свою судьбу, не узнавать. Ну, вот такая история, короче, у меня была, вот. Которая повергла меня ни в коем случае не в печали, а в, ну, я не знаю, в хохмизм какой-то. Вот так вот бывает. Увидимся, пока-пока.